Включил. Потихоньку вставай. Магнит уже не работает. Руками держись за стол. Как после процедуры? Нормально было? Вроде как бы и полегче. Я пока ставил небольшую мощность. Полегче, да? 2 балла где-то должно уйти. То есть было 8, ну, сейчас да. Да, просто сейчас ягодицы чуть-чуть так тянет. А ну пройдись. На ногу можешь вставать? Могу. О. Ну вот это первый сеанс только. Идем на лазер, идем сюда. Ну видишь, сам идешь. Сюда, сюда, сюда. Да это же я без корсета иду. Ну вот. А так а что ты поднимался в корсете еле-еле? И с этими, с костылями. Ну долго все равно. Не, ну мы ж не долго, ты же сразу ложишься, ложись. Эффект увидел сразу с первой процедуры. Чувствуешь на себе? Да. Вот ты сейчас прошел 5-6 метров без костылей и без корсета. Сейчас... Ну да, я вчера вообще без корсета не мог ходить, меня нога не имела. Ну вот. А мы должны сделать как минимум 10 процедур. Любая физиотерапия, 10 процедур мы будем делать. 10 магнита, 10 лазера. Чуть-чуть поколем плазму или прола. Вот, сейчас я тебе анальгетик поставлю, и тебе будет полегче. Анальгетик вообще уберет боль. Я и по поясничке светану, и по седалищу. Лучше, чем опиоид, да? Ну, так это собственный опиоид и вырабатывается. О, эта аппаратура так заставляет, есть опиоиды экзогенные, которые тебе колят, а это эндогенные, собственные опиоиды вырабатываются при помощи вот этого магнита и лазера. Магнит больше вырабатывает, понял? Так, тут надо одеть очки, одевай, а я свои найду, вот. Это так и наркоманы могут лазером, да? От собственных опиоидов ты не станешь наркоманом. Налазерился нормально. Ты знаешь, сколько она налазерится, намагнитится, что и писюн отвалится. Или наоборот, от магнита примагнитится куда-то на веки вечные. Так. Ну все, давай маечку задирай. Где тебе больно? Вот по седалищному шас. Да, где? Да, здесь да. Больше проекция болит? Оно начинается с ягодицы, да, вот там. И по ноге здесь, да? Ну там не особо, больше, ну, честно говоря, ягодицы. А по латеральному тракту не больно? Нет, это не больно. Это, мне кажется, что это вообще отраженная боль идет. Вот, типа, да, и шас, там, терапия. Ну, это может быть гематома. А ну-ка. Шрамчик свежий, да, 3 месяца еще свежий. Есть еще у меня поставили синдром жестко лечить. Да. Вот, а что ты раньше ко мне не приехал, а я до не операции? Я только в пятницу узнал. Блин, как? Сайту уже 2 года. Ну, так я клиники 3. Я пятницу нашел, потому что я сначала нашел Епифанова. Вот. Но он в Москве. Ох, плохо искал. Вбиваешь в гугле резорбция Украина и сразу высвечивается наша клиника. Вбивал резорбция Киев и ничего не получалось. Сейчас покажу. А потом я уже... В общем, сейчас будем лечить его грыжу. Я буду обрабатывать и твой рубец теплом. И он от лазера быстрее заживет и рассосется. Вот реально, я свои рубцы после операции тоже вот рассасывал. И вот, видишь, резали. Так я на рубцу 30 лет. А, не видно. Вот. В очках ты не видишь. Вот. Там вот у меня рука занята. А вот это? Да. А. 30 лет ему. Это... Он у меня был больше. Он был розовый после лазера. У меня там сеансов 15 я сделал. У меня там поярче. Понял? Будет. Видишь? Да, вообще не видно. Вообще не видно, да. Вот это работа лазера. Круто. Ну, круто, да, это мне в 15 лет вырезали, тот гной был. А твой этот рубчик сейчас, он свеженький, да, его вообще не будет. Мы его лазером квантанем. Так, сгибай ножку, как удобно. И сейчас будет, да, супер. Сейчас после магнита вообще удобно. Вообще, да, легче стало? Ну, видишь, как магнит работает. Все, поехали, выключаю, будем лечиться.